Магазин. Ружья всегда есть. Смотри, вот это предохранитель. В таком состоянии он может стрелять. Fire. Слив? Буква S. Fire. Значит, когда на линии огня находится кто-то, обязательно ружье должны на сейф. Да? Или нет. Значит, перед тем, как стрелять, вообще перед тем, как взять оружие, да, ты взял, кто-то тебе дает оружие, первое действие на сейф ставишь, и второе, проверяешь, есть ли патрон в патроне. Вот этот патроник называется. Патрона нет.